have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Оладушки, и мы с вами в Хайку, или с Хайку. Остановились мы... Оп, я просто вспоминаю, что и как. А я не могу? Ты там покидайся мне еще, ага. Кстати, а какие чипы у меня стоят? Я сейчас секундочку проверю. Экстрактор и секреты? Да, да, все, что мне надо... Все есть. Хорошо. А, пойдем мы с вами, наверное, сейчас... Не туда. Оу. Вот сюда. Вот то, что прямо над нами находится. Уил. Опа! Вот сюда мы еще не ходили, кстати. Вот в эту комнатку. А, насчет покупок. Я у мужичка... В электростанции вроде все скупил. У нас остался еще мужичок вот тут наверху. Ему там тоже нужна приличная сумма денег. Поэтому не особо сейчас... О, там чип наверху. Не особо разбрасываемся деньгами. Придурок. Хит-драйв. Ну-ка. Это... А мы собрали всю линейку зеленых чипов, да? Ой-ой-ой, как красиво. Protect this heat gauge from overheating while... А, вот оно и все. Защищает пользователя от перегрева в горячих районах. Ох ты ж! Я про тебя забыл. Дружище, надо будет эту штуку одеть. Вот, собственно, зачем мы сюда и шли. Я думал, что мы будем набирать coolant, вот эту жидкость. То есть мы два раза подбирали. Кстати, а зачем нам два ключа? Дверей-то я не нашел. С другой стороны, я еще не все секреты открыл. Я думал, что мы с вами набираем coolant, но на самом деле мы были в поиске вот этого чипа. Нет! Ты... Да, блин! Да я на панике просто! Офигеть, сколько я сейчас урона поймал. Просто в никуда. Сюда нужен ключ? Нужен. Я сейчас вернусь. Я просто сюда упал случайно. Так. Так не должно было быть. Не, я все-таки починюсь, но его нафиг. Да, кстати, при загрузке мне показывают слот, который я загружаю. Там показано количество ячеек прочности, которые у меня имеются. И там их 7. Для логичности я бы предположил, что их должно быть 8. Учитывая, как они там расположены по 4. Что очень интересно. А, блин, я тут не вижу, я могу выше. Не... О, у меня что-то, кстати, тоже взрыв есть. Забыл о нем. Вместо чего мы можем закинуть чип? Наверное, вместо экстрактора. Так, давай, используем. У-у-у, холодильник. А, чувак с кухни, ну-ка. Ты справился. У тебя получилось, дружище. Ты нашел мне еду. А, он же еду искал, точно. Мне нужно спешить обратно на кухню. Чем скорее, тем лучше. А что мне с этого? Что? Да ни в коем случае. У них есть тоже и эти... Beef potatoes? Отбивнушки? Ну-ка. Может, мне с ним потом на кухне поговорить? Ладно. Помогли чуваку. Блин, тут все заспаунилось. Серьезно. Это куда меня... В общем, тут что-то... Ёлки! Да, уйди от меня. Я говорю, деньги надо копить. Ага, давай-ка урона отгребем. А, вот этой части вообще, мне кажется, не было. Пойдемте на кухню сходим, раз мы тут близко.
Неплохо, так можно быстро перемещаться. А, еда? Ну-ка. Йоу, чувак. Мне нужны официанты. Я как раз стал задаваться вопросом, что... Принеси мне бургеров. 5 минут. И я выкидываю свой фартук. Тарелки на лету, быстро, поторапливайся. Принтеры заклинило. Можешь мне принести бумаги? Он произносит одни и те же фразы, но ладно. Возможно, у нас будет какое-то продолжение этого квеста. Насчет квестов тут у меня вообще... Я тебя видел. Насчет квестов у меня вообще некоторые такие вопросы, потому что у нас вроде как до этого были, ну, люди, грубо говоря, персонажи, которые у нас что-то просили. Мне кажется, они никого, ни для кого никогда ничего не делал. Вот. Класс, я в него прыгнул просто. Надо будет посмотреть. Опять же, я хочу пооткрывать более-менее все локации, именно с точки зрения карты пооткрывать, а потом делать уже некие выводы, куда и как я хочу пойти. Сюда я вернусь с другой стороны, мне надо... Тварь. Я заберу с него деньги, потому что он мне очень... Ах ты ж! Очень дорого стал. По урону. А, привет, ребят. Я у вас тоже все позабираю. Стой, нет. И вот эту тридцаточку я тоже заберу. Наверху мне делать нечего. Вроде нечего. Да, получается, что мне вон там сейчас наверх надо будет идти. Хочу ли я перед этим сохраниться? Деньги, в принципе, есть. Я могу, наверное, и не сохраняться. Могу починиться. Я имею в виду к тому, что сохраниться, чтобы не чиниться. Но с них вроде неплохо сыпется. Мне сколько там нужно было? 1500. Я думаю, за эту зону можно будет набрать 1500 штуки. Они с двух ударов разлетаются. А тут оно почему горит? Ладно, кстати, это мы один ключ использовали. Да, еще один ключ у нас остался. Также у нас есть тайна с черепами. У нас много чего. Подытожить игру можно будет некоторыми интересными вещами. Разбейся ты уже. Там сверху будет еще один такой, который лазером пуляется. Кстати, вот эти чуваки, которые идут, они куда идут? Они же просто не первый раз уже встречаются. Нам еще выше. Там сейчас будет чел с лазером. И попал же все равно, гадина. Черт с тобой. Все, ищем установку, которая глушит... Воу-воу-воу! Вы видели, там земля тряслась? Ну, как-то так. Вот так секретец. Ай. Я лучше починюсь. Опасно. Ну, туда можно заехать. Надо просто момент поймать. Не то. Не то! Теперь еще и выехать отсюда бы надо. Ладно. Секрет оказался двойным, если что.
Как я заметил эту фишку с пола? А, кстати, я бы тут, наверное, заметил бы этот чембер внизу. Наверное. А может и нет, кто же меня знает. Так, тут у нас... Да. Я постоянно смотрю на карту, мне хочется, чтобы она была. На этот раз это было случайно, я не пытался смотреть на карту. Я путаю, потому что до сих пор кнопки гарпун и карта, они находятся совсем рядом. Детектив! А, вот это зрелище. Я даже не могу представить, какая огромная сила могла уничтожить такую огромную часть бункера. Мы стоим на краю чего-то ужасающего, ужасного. Наверх я не могу. Вниз? Просто нет. А... Позвольте тогда спросить, как? Знаете что? Я вот сейчас подумал... Видимо, да. Видимо, нам сейчас предлагают идти в красную зону. То есть у нас есть чип от перегрева. Видите, туда мы пройти не можем. У нас есть чип от перегрева, который нам нужно ставить. И с помощью которого чесать, возможно, даже по поверхности, чтобы зайти в магазин. В магазине за 600 с чем-то я могу уже что-то купить. Красиво. Красиво. Можно рубануть и взорвать, что хорошо. Пойду-ка я тогда сохранюсь, что ли. Урон мне сейчас не важен, потому что я пойду восстанавливаться. Ах ты ж! Ах ты ж! Я заберу. И тебя заберу. Хм. Ну, видимо... А в красную зону как могу еще попасть? Я могу на поезде и вон туда. Ну как варик. Подождите. Сохранение у меня есть и здесь. Давайте я сохранюсь. Переставлю чип. Наверное, вместо экстрактора я поставлю перегрев. Пойдем. Сохранились, поставили. Нам на один уровень ниже сейчас. Попробуем не потерять денег. Ха, эти кровавые руки. Это вообще отдельная тема. Посмотрим, что я смогу у него сейчас купить. Если у него будут какие-то две вещи за 400, было бы хорошо. Но, по-моему, там какие-то дорогие прям вещи у него. И мне придется... Мне потом придется к нему возвращаться. Так у меня ощущение, что там наверху что-то. Би-би-би-би-би. А, во, видите? Я же говорил, что звук-то был. Странно, что он на меня не нападал никак. Пойдем по поверхности, даже поедем, чтобы это все было быстрее. И если все правильно, идем в красную зону. Я почему-то думал, что она будет последняя, но нет. Так, Аркадия. А, вот что. Power Enchancer. Bombing deals increased damage, allowing the user to quickly burst
Down enemies. Увеличение дэмэджа на бомбы и... Вот, укрепляет тело и увеличивает окно неуязвимости. Ну, я покупаю. Блин, а у меня 941 вместе с этим. Нет, я покупаю, да. И остается вот у нас за 1000. На поверхности. За 1000 надо еще купить. Хорошо. Я это купил, я сейчас даже это поставить не могу, потому что тут не сохранялки, но учтем это. Из магазинов, из того, что возможно купить. Кстати, можно будет еще, знаете, куда сходить? У нас там парень, который копает вон в этой красной зоне. Туда еще можно будет сходить. Короче, ладно. Я забыл, какие тут враги. Так, 380. У меня же просто еще деньги в банке есть, про которые я регулярно забываю. Блин, точно. А, ну да. Я тут не могу выше, потому что... Именно поэтому. Это, кстати, у меня не забирает никакого перегрева. Тут что у нас? Это место было для чего? Для того, чтобы я тут в центре забрал ядро. Я вот эти атомы тоже не знаю, зачем собираю. Явно это какой-то коллектабл, но и будет ли он влиять на концовку, не будет он влиять на концовку. Да, блин. Очень удобно, очень. Тут мы уже на верхушке. В красную нам туда, я понял. Хорошо. Я пытаюсь вспомнить, были ли у нас тут какие-то моменты, которые я хотел бы еще раз попасть. Что за звук? А, это под нами, точно. Вот, видите? Чип сработал. Отлично. Я тут могу чиниться. Тварьки тут довольно подлые. А зачем мне туда? Ладно, возможно, я там что-то забирал или... Кстати, насчет чиниться. Нет, ну так-то оно, конечно, в разы легче. Потому что, прикиньте, приходишь сюда... Перегрев, ты, я понял, перегрев, да. Стой! Деньги! Фух. Починюсь. Нет, я тут буду держаться на full health, потому что... Блин, опять... Почему-то меня это вводит в ступор, то, что моя починка меня же охлаждает. По-моему, в начале игры было... По-другому... Закипел. Оу. Ну, тяжело. Даже прикосновение к этим ребятам. Хотя странно, так я их с двух... Видимо, я взрывами не попадаю. Мне нужно... У меня же есть апгрейды на взрывы, которые дают мне больше радиус и всякое такое. Возможно, мне нужно будет потом поманипулировать этим всем. Можно сюда, можно наверх. Если сюда... Я ищу сейчас сигнал. Там лава. Тут придется пропрыгивать. Тут тоже придется пропрыгивать, но это не страшно. Да ты шутишь! Чинить, пожалуйста. Вы чё? Вот такие моменты меня на самом деле немножечко
Да, ой, он головой ударился. Красавчик. Ну, пойдем пока что сюда. А, здесь можно деньги скинуть и сохраняшка. Хорошо, меня вполне устраивает. Да, это у нас 495, почти 1500 монет. И сохранение. А, от сохранения еще есть какой-то... Чувак, у меня денег нет, ты че? Ну, теперь они есть, но их не хватит даже на одну починку. У вас нет легкого чувства, что вы офигели? С самого начала, да. Да. Это то, чего я так хотел от игры. Я могу один раз починиться? Да, могу. Один раз. Погодите. А так нельзя. Да, можно только нарубить. Нет. Она улетела. Это печаль. Хорошо, мы сотню взяли. Сейчас мы из них 30 потратим. На самом деле это не важно, потому что фармить тут явно есть. Где и есть откуда. Короче, будет вот так, по-моему. Раз, два. Два. Хорошо, пропрыгиваем. Ну да, карты у нас как таковой нету. Раз, два. Тварь. Ну, они как-то от взрывов, им то ли пофиг, то ли я просто не достаю, потому что радиус взрыва маленький. Да, зачем я это каждый раз смотрю? Теперь можно вот так, да, чип. Чип-сокет красный, ой-ой-ой-ой-ой. А тут больше выходит ничего и нет? Окей, меня вполне устраивает. Во-первых, вот так. Во-вторых, красный чип, который я могу сюда вставить. Блин, у меня их получается еще дофига, ну как дофига? 4, 6, 6 штук не собраны. Один точно продается, значит еще 5 не собраны. Так, это у меня поставлен. Увеличивает ширину. А, уменьшает вес, позволяет махать быстрее. И увеличивает длину. Так, это у нас... Угу, создает электрическое. Не надо, шоквейв. А, если бомбить, я понял, не надо электрические эти, погоди. Space Disturbance. Вот, позволяет наносить урон телепортации. Блин, я вообще забыл, что я могу телепортироваться. Почему я пытаюсь пройти прыжками, я не знаю, я же могу телепортироваться. И это Shock Projectile Bombing Emits a Ball of Electric Damage. Угу, взрыв позволяет... А вот это... Давайте, наверное, пока что шанс крита поставлю. Я только что хотел улучшать бомбы и такой, о, можно улучшить бомбы. Не, я поставлю шанс крит. Я не знаю, почему так происходит. Скинем. Мне 1000 нужно. 1000 это не так много. Блин, мне просто теперь на поверхность долго возвращаться. Наверное, я не... Угу, спасибо. Ну вот, можно ж вот так делать. Вы нафиг издеваетесь, как я это сейчас прошел. А, тут есть дальше. Ну, оно, по крайней мере, все относительно синхронно. Пока я не увижу, что там внизу, я туда вниз не полезу.
И до сих пор нету... Так, это все будет падать. Это босс, это босс. Я только сейчас понял, что это босс. Не надо. Я не хочу босса. Я не пришел. Нет. Да ёпы, РСТ, сколько... Вот, понял. Почти раскусил его тактику. Ладно. Да. Вторая фаза. Офигеть. Я не знаю. Тяжело. Так, третий, по-моему, заход. Сейчас посмотрим. Последняя фаза очень тяжелая. -2 на ходу, нормально, да? Таш. Для первой фазы это очень много. Первая фаза легкая, нельзя на ней получать 4 урона. Круто же. Чудом. Я думал, что все.
Просто он успел запустить последнюю волну и после этого сдохнуть. Сколько же я спал? Я рефлексировал на действия, пока был в стазисе. Должен понять. Мы сделали все то, что было необходимо для того, чтобы защитить будущее машин. Держи. Этот редкий компонент поможет тебе. Протон. Ачивка. Какой редкий компонент я получил. Или он дальше будет? Наверное, тут, да, тут. Жидкий кулант, да. Теперь он у нас заполнен полностью или почти полностью, смотрите. Да, теперь он у нас есть. А, ну-ка, тут почитать можно. Наимладшие братья наши, почему продолжаете идти по запретному пути? Если бы вам только могло понадобиться мое предупреждение. Угу. С третьего раза его прошел. Причем, как вы видите, еле-еле. Я сейчас вполне мог и слиться. То, что и произошло. Ну, скажем так, я быстро телепортировался, потому что у меня все равно не было... денег никаких, я ничего не потерял. Это был минус, потому что я пошел к боссу, блин, без чертовых денег, во-первых. А во-вторых, так, а... Ага, спасибо. Я оценил. Спасибо. Тут по пути просто никаких мобов не было. Я в эту сторону-то ходил ли... Да, точно. Угу. Давайте просто посмотрим, что здесь. А, тут надо поймать волну. Ну, я понял. Нет? А как тогда? Ладно, ребят, тогда в этом будем разбираться в следующий раз. Это, похоже, единственный проход, который нам остался. Босса мы здешнего запинали. Ладно, тогда уже будем разбираться в следующей серии. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.